Плюс и как продолжение методов использования четырех базовых блоков на 10Q блок Гэдамбарай. В варианте сначала Камай показываем, и затем в варианте, когда руки опущены, когда вы, скажем так, уличный вариант. Итак, атака на среднем уровне Цуки. Ой, дяку, свободно. Смещение с линии атаки и блок выполнения. Его можно, первый вариант, жесткий достаточно, травмирующий, либо более мягкий, отводящий блок. Сейчас я буду использовать более мягкие техники отведения. Вот. И очень важна комфортная работа на небольшой скорости, чтобы достигать автоматизма, прочувствовать хорошую позицию, хорошее расслабление, контроль, смещение, углы. Камайте. Еще раз. Снаружи. И на автомате, видите, наиболее привычные комбинации. Колени, например, вылетают. Очень важно смещать углы, когда вы делаете блоки. Анализ, смотрите, что у вас есть. Вот. И, в принципе, все эти блоки можно использовать в спортивных поединках кёкусинкай. И вариант, когда мы на улицу, и идет атака на нижнем уровне, особенно это актуально, когда ваш партнер из положения, когда вы не видите, что в руке, это может быть нож, это может быть другой режущий, колющий предмет, делает шаг вперед и наносит удар. Очень важно на этом уровне, до уровня рефлекса, попытаться отбить этот удар. Пока не очень большая скорость. Посмотрим, проанализируем. Первое, что делать? Принятие. Начинай. Чуть ниже центр тяжести, смещение вовнутрь и блога на барай. Вот на этом уровне уже Виталию не совсем комфортно, потому что достаточно, опять же, у нас сухожилие напрягается, а у Виталия получается в момент удара рука расслаблена и травмирует. Сейчас мы чуть помедленнее, мягче сделаем. Вторая рука у вас в готовности отбить либо второй удар, либо перехватить, законтрить руку, с переходом на последующие атаки. Поочередно друг друга, правой и левой, выполняем удары. Начинай. Сейчас я. Сейчас мы выполняем имитацию удара ножом и рассмотрим ситуацию блокировки. И Цуки, вариант Цуки. Вот сейчас я ушел, видите, сместился и перекрыл возможность либо этой рукой. Еще раз посмотрите. Это может быть чуть ли вот не следующие техники джуджука, когда я не знаю, с какой руки, бьешь другой рукой. Тоже. Видите, вот эта защита тоже может иметь место быть. Попробуй. Сейчас я. Угу. То есть прикрывается различные варианты, когда партнер не знает, с какой руки. Есть. Ты получи и получи. Вот на этом этапе можно уже какие-то обманные финты делать, действия, которые позволяют уже.
более экспромте варианте делать. Хорошо. Рей. Ус. Дома ребята из места. Ус. Хорошо. Ус.